Ну чё, мужики, укоротил полуось, две штуки на колею 90. Без сваривания. Проточил, просверлил и вварил только снаружи. На поручке сломалась полуось моя. Скрутил человек, но не по сварке, а где-то в другом месте. Скрутил и заказал две штуки еще. Значит, вот тракторочек. Длина 3,20, кажется, вместе с ковшом. Вот. Ширина 1,10 м. Вот. Мотор 15 лошадей, китайский. Задняя навеска, все работает. Вот. Сделано под мотоблочные всякие эти прицеплялки, то есть в борозду. Вот. Сиденье с КамАЗа ставил. Вот. Рулевая колонка с четырки, с пятнашки. Это свет. На свет это сигнал. Здесь сигнал не стал подключать, потому что когда крутишь, иной раз рукой нажмешь и сигналит. Так, вот он гидробак, сам варил. Из трубы квадрата пополам разрезал и вставлял вот сюда пластиночку. То есть вот она, пластиночка с одной и с другой стороны. То есть и шире получился. Это фильтр с площадкой тоже заказывал. Так, рулевая рейка то ли десятошная, то ли девятошная, но в принципе там особо разницы никакой. Так, узел перелома, вот он, с рулевой тяги продольной КамАЗа. Вот малая тяга. Это наконечник тяги поперечной, КамАЗовская тоже. Вот, в принципе, с запасом делал, чтобы, ну, чтобы был запас. Вот. Вот он кардан. Вот. Это вот масло. Не масло, а шприцевал. То есть, и вот понатекло отсюда. То есть, они это, подтекают. Но это не критично. Так. Вон он мост, вот она цепь. Вот он передний мост. Кардан с Нивы. Вот. Кардан с Нивы. Мосты укороченные. Мосты классика, перевернутые, укороченные. Вот, под колею 90. Вот, ковш. Ковш. На быстросъемах. Вот они, эти быстросъемы. Кверху поднимаются. Тут все позамерзло. Вот они. Быстросъемы. Хоп, ковш снимается. Вот. Поднимает. Ну, на приличную высоту. Больше 2 метров. Вот. Так, что еще? Сейчас покажем. Сейчас покажем мотор. Так, вот капот открыл, мотор, глушитель снял, вот переставил туда вниз, вот чтобы здесь он не мешал ничего. Вот. Ну и здесь вот она коробка, классика, копеечная, кажется, 4-ступка. Вот он рычаг выведен. Вот. Сцепление полноценное. Вот.
То есть также диск, корзина. Вот корзина, диск, выжимной. Так. Здесь резиночка упала. Вот он, НШ 10. Вот. Что еще? Вот катушка под цвет. То есть двигатель ставил без стартера. Ну, не знаю, это уже, мне кажется, понты. Вот. Как бы, не знаю. Вот. Мне стартер не понадобился. Я и без стартера вполне. В любой мороз, вот сколько, 20-23 было градуса, я его заводил. Вот. Ни инша, ничего не отключал. Так все завелось. Вот. Запустилось. Ну, в принципе, вот цилиндры 55-е, кажется, все. Этот длиннее, этот покороче. Вот я его наращивал. Тут вот ножницы, все это самое. Трактор стоит на ковше, чтобы, ну, бугорок у меня, чтобы не покатился. Вот. Так. Резину сам нарезал, не стал покупать. Вот. Потому что это как бы удовольствие дорогое. Ну и смысла я не вижу. Вот, нарезал сам. То есть зимняя резина. Вот, протектор хороший. То есть я на нем летом почти 2 тонны. Прицеп у меня легковой. Я его сверхом плюс нашивки сделал. Вот, сверхом грузил землей, вот, и тащил, то есть по буграм, по всем делам, то есть из лесу, скажем так, возле леса, вот, копал и вез домой нормально, на бугры, на все тянет. Вот, делал не для продажи, вот, как бы не для дальнейшего, как сказать, показы, чтобы делать. Ну, сделал для себя. Вот вы заинтересовались, в принципе, могу сделать. Вот, делал я его не спеша. Где-то, ну, месяца 3, скажем так. То есть по 2-3 часа в день. Ну, вот, не в день, ну, вечером после работы. Да, кстати, распределитель китайский, вот он. Вот, хоп. Распределитель китайский, трехсекционный, стрела, ковш, навеска. Навеска задняя получается у нас плавающая. Ну, в цене это не имеет значения, плавающая, не плавающая. То есть, в принципе, вот и фиксация, вот плавающий. Вот. Ну, зеркала, в принципе, удобно поставил. Едешь когда с прицепом, чтобы назад не оглядываться, ничего. Вот, по дороге общего пользования. Вот, а так, сцепление, тормоз, газ. Тормоз сделан, ну, сейчас неудобно. То есть, педаль нажимаешь, и вот он как ручник. То есть, вот фиксируется. Вот эта лапка садится вот сюда. То есть и тем самым как ручник, ножник. Вот. Вот сюда делать не стал ручник. Или куда-то тут еще видел, делают. Ну, не знаю. В принципе, и без ручника нормально. И вот этим вот ручником, вот ножником я особо и не пользуюсь. То есть взял его, на ковш поставил. Вот, как-то, ну, намного проще, быстрее. Вот. Так, рама у нас. Рама сделана из швеллера 12-го. Вот, две полурамы из 12-го швеллера. Стойка 12-й. Здесь 12-й швеллер тоже. Стрела. Вот.
Ну, в принципе, все из 12-го. Вот. Ну и размеры, опять же, где-то 3,20-3,25 длина. Это вместе с ковшом. Ковш снимается, плюс еще отвал есть. Отвал цепляется как спереди, так и сзади на навеску. То есть все это переставляется. Вот. Ну и опять же, 15 лошадей мотора вполне хватает, чтобы дотащить сам трактор. Где-то килограмм 500-700, может быть, весит. Вот. Редуктора до этого были шестерочные, стояли. Тут у меня КамАЗ был, я привозил щебенку, разравнивал. Вот с асфальта мне на асфальте выгрузили, и я все это дело вот трактором черпал, вывозил. Вот. Дочерпался и, в общем, разорвал задний чулок, задний редуктор. Вот, развалился подшипник, ну и со всеми вытекающими, то есть в негодность пришел. И были троечные еще редуктора. Вот, поставил троечные по скорости. Ну, в принципе, на троечных чуть помедленнее едет. Вот, а так где-то вот соотношение передаточных чисел цепей, редукторов, и цепей звездочек, редукторов. Вот. Где-то километров 10-12 идет на четвертой передаче. Поставить пятиступку, если и звездочку нижнюю ведомую на этот на редуктор. Вот. Ну, поедет побыстрее. В принципе, здесь скорость не так важна. Вот здесь нужна тяга. Я делал его, чтобы была тяга. Вот, счетчик моточасов стоит. Поставил. Вот, дуга безопасности. Ну, мигалку. Вот. Свет сзади, свет спереди. Вот. Ну, в принципе, не знаю, удовольствие не дешевое. Вот. Собрал я его где-то весной прошлого года. Вот. И опять же, мне он обошелся на тот момент, ну, тысяч, наверное, 160. Вот, что-то я заказывал. То есть, ну, гидравлику, соответственно, заказал. Покупал коробку бэушную. Вот, мосты заказывал. Тоже мне укорачивали. Вот, швеллер под раму, под стрелу. Вот, облицовка железа было у меня. Сиденье КамАЗовское было. Вот, был КамАЗ, было сиденье. Вот я на КамАЗ воздушное сиденье поставил, а вот это вот снял. Тяга рулевая КамАЗовская тоже была. Ну, в принципе. Ну, сейчас, наверное, дороже. То есть, если все ставить новое, то оно будет стоить как чугунный мост, соответственно. Если все новое покупать. А так, в принципе, очень, очень не жалею, что собрал. И это была моя давнишняя мечта. Вот, собрать себе трактор помощника. Вот, по хозяйству. Потому что, вот, строил дом. Все это оккультуривание участка. Все земельные работы. Опять щебеночные, песочные. То есть, облагораживание участка. Вот. Ну, в принципе, теперь спина не болит. Теперь руки, спина отдыхают. Вот, все на тракторе. Что-то привезти. Я езжу вот в соседнее село к родителям. На нем же цепляю прицеп, на нем навоз. Там вот, за щебенкой ездил, за песком тоже. Вот в соседнее село в карьер. Вот, в принципе, вот, не жалею, что собрал. Вот. Ну, как-то так. Вещь хорошая.